уважаемый микромобильный народ, мы сейчас готовим Кёнигсбергер Клопсы. За это нужно мясо, яйцо, лук, да, немножко старый такой белый хлеб. Это мы сразу туда в холодную воду наливаем. Но быть великодушно, это много не стоит. Тогда мы это пускаем через мясорубку. То есть это фарш, да? Да. По-немецки der Fleischwolf. Klopse, как я читал из умного интернет, это от немецких слов klopfen. Klopfen значит бить. Стучать. Бить, стучать. Ладно, мясо надо так... Обклопфен, да? Да. А раньше они же еще не имели мясорубка. Поэтому да. Они так... Этот рецепт существует только 150-160 лет. И 93% немцы знают Кёнигсбергер Клопсы, остальные 7% они ничего не знают. По-моему, это один из очень малых блюд, где в мясо добавляют часто тоже немножко рыба. Рыба потом не должно, ты не должен чувствовать рыба, но это должен весь кишмак обрунден. И когда у тебя нету сарделлен, берется один селедка. Это же что-то по-русски типа наших анчоусов, что ли? Да, да, анчоус. Анчоус, поэтому образуем. Анчоусы. А, нет, филе сарделлен. Филе... Ну, это сарделлен, анчоус. Да. Ну, это мелкая рыбешка, которая специально маринуется. Такое вот что-то. По-моему, нужно. У нас есть фарш, и там тоже немножко этот маленький рыбки. Примерно 2 килограмма свинины используется, да, для этих целей. Потом 2 такие вот луковицы. Знаешь, этот количество. Средние. Количество я всегда я беру немножко такой, немножко такой. Если был бы только килограмм, тогда я брал бы килограмм. Это все так немножко пропорционально. Eins, drei, яйцо куриное, от курицы. So, тогда мы рассмотрим наш хлеб, который вода валяется, это уже мешки, да? Тогда мы... Сколько вода мы не будем есть. Я смажал auf Russisch ausdrücken. Отжать как следует. Да, важно как следует. Такая большая столовая ложка соли, да, как бы? Потом попробуем. Перец. Перец. Фермированные продукты надо, и, по-моему, мясо, например, у нас тоже чистый химический продукт, там натурально ничего нет.
Ну, современные качества. Угу, ложки. Майора нет? Нет. Ну, невкусно. Надо было селёдка просто. Рецепт написано, потом хлопцы должно иметь примерно размер мандарины. По-моему, сейчас я начинаю понимать, почему мы покупали 2 килограмма. Угу. Половина можно так есть, половина потом. Уже лучше. Tritti, scampi e chianti, calamari, ecco la piamè. Zuppa romana, maccheroni, cammelloni, pepparoni, ecco la piamè. Zuppa romana, bella donna, mamma mia, alimenti, ciao a Roma, Roma, Napoli, amore mio. Mozzarella, mortadella, tarantella, ecco la piamè. Zuppa romana. А что в бульоне? Как, что там? Ну, такой бульон, такой. Калина бланка, гнор, маги, такой. А, обычный такой вот бульончик, да? Из... Такой, ну, это что, простая вода, это скучно, поэтому... Прего, инсалата миста, пицца делла виста, рагатца коме стай. Прего, ристо ди формаджи. Дадим так, как по-русски, leicht köcheln lassen. Варить на слабом огне. Кампучини, лангустини, тортеллини, ecco la piamè, zuppa romana. Камбиаретти, con spaghetti, sigaretti, ecco la piamè, zuppa romana. Nehmen wir eine Kastrol, das Kastrol, включаю плита, а потом не спрашивайте мне сколько, мы просто возьмем немножко масла. Масла. Мне кажется, это не очень много, потому что у нас же клопсов немало. So. Тогда это станет щепки. Но надо быть осторожным, потому что сливочное масло может загореть. И это тогда нехорошо. Dann nehmen wir das Mokka. Mm-hmm. Самая обыкновенная мука, да? Да. Белый пшеничный. Бросаем немножко мука в это масло. Получается тогда такой-то типа бетон.
3. И потом туда немножко из этого бульон, в котором мы клопсы варили. Почему вся пища на блюдо разделяется? Ведь все равно в желудке, все равно в желудке, все перемешается. Все равно в желудке, все равно в желудке, все перемешается. Борщ, селедка, пиво и конфеты, в животе наверняка сойдутся, и такие нежные напевы целый день оттуда раздаются. Сколько ты добавлял туда муки? 2-3 ложки? Ну, я думаю, нормальная столовая ложка, это примерно, наверное, 2. Ага, 2 столовые ложки. Да. Сейчас наш соус такой очень некрасивый. Немножко так коричневый, и как-то мы добавим сливки жирные, калорийные, гадкие. Тогда наш соус будет красивый, белый. Почему русские это называют крахмал? Этот мы с холодной водой смешаем. Замечаем, что тут можно еще один ложку брать. Наш соус кипит, кипит, и картошка кипит. Скоро будем жрать. Так что такое каперсы? Каперсы — это такой маленький зеленый шарик, которые продаются в хорошем супермаркете, и они вкусные. Скажи, может быть, это можно было заменить на какие-то такие огурцы, такие болгарские, маринованные? Нет, каперс есть каперс, и огурец есть огурец. Ты же тоже не можешь менять, ну, например, русский водка с минеральной водой. А? Кто это делает? Нет. Ну, видишь... Мы тогда попробуем соус. Какой он должен быть на вкус? Она должна быть вкусная. Этмас, немножко лимоновый сок никогда не мешает. Немножко соль, я думаю, еще. И это, капец, они там, им там сейчас скучно, в этом соус. Поэтому туда бросаем наши симптомы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, мой порция уже есть. Я считаю, клопсы готов. Ждем картошки, потом тестируем. Петрушка. Мы эту петрушку измельчаем. Бульбой цестовать.
я мав сніті лепш нічого драніка спячи. Гэты смак дапамагаю всіх перамагчы. Пульпа, гэта супер клас, абароніць пульпа нас, а то всякая тыпічнай трасцы. Пульпа, гэта лад жыця, няма лепей пачуця, чым паесці смачна пульпы з мясцам. Десерту пузі не спокой, каб заўсёды быць здоровым, пульпу ад вары, і адразу вырастеш да гары. Пульпа, гэта супер клас, абароніць пульпа нас, а то всякая тыпічнай трасцы. Пульпа, гэта лад жыця, няма лепей пачуця, чым паесці смачна пульпы. Помагаю всіх перамагчы. Пульпа, гэта супер клас, абароніць пульпа нас.